Расскажите, пожалуйста, только погромче, что случилось? Что случилось? Я заказывал по интернету через определенный сайт, значит, сигареты для себя, для личного пользования. Вот меня обманули. Отправили за месяц сигарету мне грунтовую землю. Универсальный грунт, который весит 16 килограмм. А сколько денег вы отправили? 20 тысяч. То есть вы оптом заказывали, да? Да, там потому что меньше невозможно, но там написано от одной коробки, вот такая цена. Я посмотрел, очень выгодная цена, я два раза больше плачу за месяц. Угу. Подумал, что могу заказать. Я до этого много чего заказал для себя, всякие одежды, там, аксессуары для телефона. Все это на том же сайте? Нет, нет, на разных сайтах, просто без всяких проблем было. А вот первый раз именно вот с этими сигаретами вот так получилось. А какие-то предупреждения читали вообще в средствах массовой информации? Если честно, вот, попадались, ну, так особо внимания не обращали. То есть никогда не верили, что сами в такой ситуации окажетесь? А вы читали отзывы на этой странице продавца? Именно вот на этой сайте, к сожалению, вот я не стал. Просто по жизни такой человек, доверчивый человек. А что за сайт был, не помню? Мостабак. А сейчас он работает или заблокирован уже? Нет, этот сайт работает, только те люди, которые со мной вышли на связь, они, почему-то у них телефон отключили, все номера.